31 июля на территории Анжи-арены состоялся третий ежегодный турнир по мини-футболу на Кубок Муфтията Республики Дагестан. Первые два турнира проходили в Махачкале и Избербаше, а в этот день эстафета была передана Каспийску. Вчера еще мы с утра были здесь, переживали, честно говоря, потому что мы, принимающая сторона, как вы отметили, хотели, чтобы все прошло на лучшем, наивысшем уровне. И поэтому вот какие-то мелочи, какие-то недоработанные моменты, они всегда остаются в организационных моментах. Но тем не менее, я думаю, все прошло хорошо, даже отлично, потому что люди все были радостны, довольны. Как отметили присутствующие, организация турнира в Каспийске с Шамилем Багандалиевым прошла на высшем уровне. Более того, на соревнования были привлечены профессиональные судьи. Подарки и призы в номинациях «Лучший игрок» и «Вратарь» были вручены участникам от председателя собрания депутатов Каспийска Абдулвахида Джаватова. С удовольствием пришел, с удовольствием принимаю участие. Решил поддержать нашу молодежь, наших ребят, потому что сам как-то тоже всю жизнь в спорте был. Вверх спорта он объединяет нашу молодежь, ребят. Это тем более футбол, это командная игра. Воспитывают ребят, молодежь. Одобряю, поддерживаю, готов принимать участие каждый год и поддерживать со своей стороны тоже. Соревнования проходили два дня на трех полях, где встретились 47 команд. Участниками турнира выступили религиозные деятели республики, а также сотрудники учреждений, подведомственных муфтияту Дагестана. По итогам игры третье место заняла команда имамов из Кизляра, второе – Дагестанского исламского университета имени шейха Мухаммада Арифа, а почетное первое место завоевала команда Центра по озвучиванию Корана имени Мухаммада Хафиза Афанди. У нас были двое, они высокие. Были у нас другие ребята, были и низкие, но очень шустрые. Там двое таких тоже было. Ну и вратарь, он даже у нас стал лучшим вратарем, поэтому он нас практически спас, можно сказать. Поэтому здесь все так сложилось, да, мозаика так собралась, и сегодня вот мы с кубком. Поэтому, иншаллах, я думаю, этот год мы его у себя в ХИФ-центре поддержим, и в следующем году продолжение также там будем держать, иншаллах.